Вот, сегодня обработка. Ничего не разошлось, все нормально. Нет, тут расходиться нечего, просто может отекать. Ну, отека тоже вроде нет. Ну, пока еще рано. Подожди, рано? Конечно. Я думал, сразу должен, нет? Нет, не сразу. Дня обычно через... У собак через 3 дня, у кошек сразу. А, нет, наоборот. Ну, у винтовидок вообще все не так. Ну, это дикое животное. Да. Тут будем смотреть, как будет. Главное, чтобы не было у нас никаких корок. Я хочу убрать то, что... Гематомы будут однозначно. Тут все будет сиреневое вокруг. Ты что там облизываешься, красавчик? А это вот антибиотик вводится. И правильно я понимаю, да? Ну да. Совершенно верно. Скоро будете уже ассистировать на операциях. Почему нет? Ну нет, так нет. Почему нет? Чем не ассистент? Я могу подавать салфетки. Я не против. Это то, что вчера натекло, кровь хочу немножко оттереть. Да, это понятно. Ему, а то оно стягивает просто неприятные корочки. Ну чего ты балуешься? Знаешь, что делать? Конфету дает. Слушай, да надо ему дать, он на обработке может иногда и ест у нас. Да? Угу. Мы ему бюрешку даем. Компанейский детскую, парень. Да, и он это вылизывает. О, ну сейчас ничего не дашь, мы обычно. Да, ага. Нет, не облизывает. Обычно вот очень сунешь. Выглядит все прилично. Мне больше всего нравятся его толстые бока. Молодец, накушался хорошо. Отвлекает. Да. Так, сейчас. Знаешь что, я подержу, а ты дай мне хлоргексидин, он на подоконнике стоит. Ага. На, Павлович, кушай. Кушай, Фунгер, кушай. И на фотоаппарат косится. Ну, что это там делает? Я снимаю. Я ем. Ну, такое, скажи. Ой, сейчас вам потом покажу белки на фотографии, что натворила. Позировала, это кружала на нем. Да. Вкусно, родной мой. Кушай. Ну, значит, не больно, если ест. Не, ну, боли. Ну, нет, все равно трясет страшно. Рванулся. Куда ты рванул, солнце? Куда побежал? Так он так и ждет, когда его отпустят куда-нибудь, чтобы рвануть и писать, значит, тут же. И есть. Все одновременно. Там он просто ест. Не сдаются. Там бежит. Там бежит, здесь обрабатывается. Так. Молодец. Получше. Ну, нормальный, обычный, дикий. Зверь. Правильно, при случае раз надо бежать. Да. Он говорит, кажется, они хватку ослабили. Ага, Паш, да ты же с нами должен знать уже, что нет. Это корочки остались от вчерашнего засохших? Они каждый день будут образовываться сейчас пока. Наша задача их удалять, чтобы... На самом деле, я некоторые буду оставлять трупы. Под иными трупами лучше заливает. Ну... Так вот, на самом деле, их меньше, чем... Мне, например, нравится. Все. Мне пока тоже. После той дыры, которая была у него. Мне пока тоже нравится. Все даже лучше, чем я ожидала. Посмотрим, как будет. После того, как... Неделька у нас пройдет.